часто очень обращаются бабушки по поводу того, что, допустим, сосед поставил забор на 20 сантиметров ближе, допустим, да, или зимой там сосед, ну, не знаю, снег с крыши скидывает на нашу территорию. Многие просто, ну, хотят, чтобы с соседом привели беседу какую-то воспитательную, филологическую, разъяснительную, просто объяснили, что надо нормально по-соседски жить, и приходится в роли психолога выступать, объяснять людям, давайте жить дружно, давайте жить мирно.